что ты будешь делать со своей долей? У меня очень простые запросы. Мне нравится динамит, оружейный порох и бензин. Какого хрена? Да-да-да. И знаю, что между ними общего. Они дешевы. Ты ведь сказал, что ты человек слова. Я свою половину сжигаю. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Я их ему дам. Скажи своим, они теперь работают на меня. Это мой город. Они не будут работать на какого-то психа. Психа? Может, покромсать тебе на мелкие кусочки и скормить твоим псам, а? Тогда посмотрим, насколько предан голодный пёс.